Собрался масло менять в редукторе. Вот, у меня пробег чуть больше 500 километров на данный момент. Вот, в инструкции написано, что масло в редукторе надо менять через 300 километров первый раз. А продавцы сказали, что через 1000 можно менять. Вот, я думаю, что раз в инструкции написано через 300, но вот сейчас где-то 500 километров, пора менять, потому что если там есть отработка от шестерен, они там притерлись друг к другу за это время, и внизу должна плавать отработка, и будет не очень хорошо, если она там будет в масле болтыхаться. Вот сейчас посмотрел видео, инструкцию, значит, эти болты откручиваем. Защиту двигателя сюда вот так опустим, потом кожух редуктора скручиваем, пробка верхняя и нижняя. Вот так открутил защиту двигателя, немного ее опустил вниз. Тут какой-то кусок пенопласта, в нем уже камни с дороги. Пенопласт не забыть потом обратно засунуть. Откручиваю вот эту штуку. Болтики у крышки редуктора и защиты двигателя абсолютно одинаковые, можно не бояться их перепутать. Крышку редуктора открутил, и здесь есть вот эта заливная горловина. Вот, но сперва ее откручиваем, потом откручиваем нижнюю пробку. Руками открутить заливную пробку не получается, поэтому применяю такой разводной ключ. Сейчас я им сдерну ее и откручу уже пальцем. Короче, разводной ключ, он надевается, но как бы впритык, и, в общем, пальцами открутили. Откручиваем эту. Там, по-моему, на ней есть уровень. Ой, подставляй. Полилось. Это что, масло? И скажи теперь, как его оттуда обратно слить? Сейчас наклонять, он... наверное, надо через трубку заливать. Не. Ниже, снизу пробка есть, сейчас мы ее открутим. Надо было нижнюю. А, знаешь что? Надо было нижнюю, да, открутить. Вот так надо было, вот так наклонить. Нет, все. Теперь откручиваем нижнюю гайку, нижний болт. Вот у нас есть ключ на 15, есть на 17. Сюда, похоже, надо на 16. И 17-м боюсь, что уже крутил заднюю ось. Здесь металл такой пластилиновый. Боюсь, что грани срежет. Но в принципе откручиваем, короче. Ну, пошло масло, но не сказать, что прозрачное. Сейчас посмотрим на пробке, есть отработка, выработка. Пока сливается. В комплекте идет трансмиссионное масло 90 мл. Надо открутить и дырочку сделать. И у носика тоже отрезать конец. Бутылку убираем. О, все там в масле. Она намагниченная, вроде говорят. Типа, чтобы выработка на ней оставалась. Ну-ка пальцем поковыряй ее. Не, вот тут сверху, сверху, сверху. Нету? Ну, может, есть микрочастицы. Протирать. Ну, в общем, выработки не видно. Черная, это же выработка. Ну, вот небольшая выработка, то есть ничего страшного не произошло. Все, теперь ее протираем, закручиваем и заливаем масло. Теперь, чтобы заливать, нужно колесо переднее приподнять на 30 сантиметров, говорят.
Сейчас мы ведро перевернем и переднее колесо на ведро поставим. Мы будем после этого заливать. Байк подняли, поставили на ведро. Кончик отрезал у трансмиссионного масла, у тюбика. И вот сюда сейчас буду заливать. Ну, все, тюбик пустой. Значит, все туда вылилось. Тут одна капелька может вытекла сюда, ничего страшного. Масло залито, все пробки закручены, гайки, нижняя, верхняя. Все теперь в обратном порядке, просто все собирается и все. Ну, замена прошла успешно. Следующая замена трансмиссионного масла через 5000 километров по инструкции.